Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube. Тут я делюсь последнее время в основном своим челленджем о том, как я бросаю курить. И вот сегодня хочу рассказать, как прошел мой 11-й день и как проходит мой 12-й, уже на самом деле 15 минут 7-го. Так что скоро 12-й день тоже закончится. Так вот, вчера в пятницу был такой классный день на самом деле. У моей начальницы был день рождения у нашей коллеги. В общем, мы целый день ходили, выбирали цветы. Потом к вечеру, ну, естественно, все это праздновали, отмечали. И к вечеру мы поехали открывать катальный сезон на сноубордах. И сейчас мы едем кататься в Подмосковье, открывать сезон на сноубордах. Поэтому сейчас покажу, какой у меня сегодня видон. Вот такой у меня стайлак. Я надела свои самые огромные штаны. Они просто реально, прям сильно с меня слетают. Они, в принципе, выглядят как на рэпе. У меня этот ремень уже даже не на последнюю, не хватает там пуговичек, чтобы он застегнулся на мне. Те самые огромные, велики мне со штаны на жопу. И, в общем, вот так я выгляжу. Сейчас поедем кататься. Сегодня прям такая голубая с бирюзовым. Сейчас поедем кататься. Возьмем где-то по дороге кофеечек. У меня еще с собой бананчики. В общем, подготовилась. Едем открывать катальный сезон. Слушайте, на штаны вообще прям супер, супер огромные. Вот сбоку еще ничего выглядит. А спереди я прям в таких шароварах огромных. Неожиданно все это выглядит, конечно. Ну, прикольно, прикольно, мне нравится. Покатались на самом деле странно, потому что мы поехали вдвоем, хотели там встретить знакомых. Знакомые катались с дневного света, и поэтому, когда мы, отстояв все пробки в Подмосковье, доехали часам к 9, наверное, или к 9:30 даже, доехали до Степанова, знакомые уже уехали, мы спустились два раза, когда была небольшая очередь на подъемник. И в итоге два раза мы простояли в очереди, наверное, минут по 15. А спуск занимает минуты две в Степаново, несмотря на то, что это самый длинный склон в Подмосковье. Он там 100 км, если я правильно помню. И, в общем, мы на это все дело посмотрели. Я страшно замерзла, потому что спуск 2 минуты, я не успеваю согреться, стоять 15. В общем, не самое приятное занятие. И, в общем, мы уехали из Степанова в Волин и докатали свои подъемы там, потому что это один и тот же курорт. Вот. А потом приехали домой, счастливые, довольные, все хорошо, легла я спать. И, в общем, сегодня встала, правда, поспать мне удалось где-то, наверное, 5 часов. Сегодня к 10 утра мне уже нужно было поехать на массаж. Я туда, слава богу, успела, хотя с утра я просыпаюсь по будильнику, понимаю, что у меня почему-то нет подтверждения от салона о том, что они меня ждут. Я им с утра пишу, типа, девчат, у меня там запись-то подтвержденная или чего. Сама искренне надеюсь, что они скажут, нет, вы забыли записаться, и я досплю. Ну, в общем, они мне подтвердили запись, я съездила туда, еле открыв глаза. И, кстати, чему я очень рада, потому что после массажа я более-менее пришла в себя. Но после массажа я поехала сразу на маникюр, сделала себе свежий маникюрчик. Хотела сделать педикюр с новым покрытием, но у меня такая особенность, я не ношу неудобную обувь, но я почему-то частенько врезаюсь ногами во что-то. То есть все углы, они мои. И у меня нога в обуви прям такая пдыщ врезается, и я очень часто ломаю ногти на ногах. Поэтому, когда мне Оксана, моя маникюрша, сняла, в общем, гель-лак, оказалось, что у меня два ногтя сломаны, и их держал только гель-лак. Я говорю, слушай, ну давай пока не будем ничем покрывать, так что я вот хожу. Теперь чиню свои ногти, покрываю их там специальным маслицем, буду мазать все время, пока они там отрастают. То есть сломались прям, ну вот, это даже не под корень, это вот прям пластина, она отслоилась и просто сошла.
Вот, так что буду чинить ногти, а маникюрчик сделала. Вот, и потом приехала домой, сейчас вот как раз собрала все видосики, которые я подоснимала со вчерашнего дня. Сейчас вам рассказываю, как прошли мои дни, делюсь эмоциями. Интересный момент. Курить мне хочется. Сейчас вот осталось только в те моменты, в которые я раньше курила. Но вот с тех пор, как я отказалась курить, у меня в эти моменты я не попадала. То есть вчера мы стояли в пробке в машине, и мне страшно хотелось прям вот покурить, открыть окошко и потянуть сигаретку. Ну, сдержалась, осознала эти моменты, думаю, ну ладно. И потом, когда мы поднимались на подъемнике на кресельном, тоже сижу, думаю, блин, хорошо бы сейчас тоже сигареточку покурить. И на маникюр пришла. И я я считаю, весь этот год ходила как с Аней всю пандемию, а у нее там кабинет, ее личный, персональный, мы там вдвоем находимся, там огромное окно, его открываешь, и можно покурить. И вот тоже мне страшно захотелось покурить, а она тоже отказалась от сигарет чуть раньше, чем я. Она говорит, что ты будешь курить-то? Я говорю, нет. Она такая, молодец. Я говорю, а ты будешь? Она, нет. И, в общем, мы вдвоем такие сидели, смеялись над собой о том, что мы такие за ЗОЖ, и вот такие держимся, не курим. Вот, в общем, не покурили, попили с ней чайку, сделали маникюр. И я поехала обратно домой. Вот приехала, покушала. Сейчас буду собирать видео. Что с весом, раз уж у меня плейлист называется «Бросить курить и похудеть». Поскольку я вчера открывала сезон, у меня есть такая особенность. Не знаю, не изучала, всегда ли она такая и у всех ли. Но, в общем, когда я долго не занимаюсь каким-то видом спорта, то есть там у меня есть и сноубординг, я люблю, летом там это и на велосипеде я катаюсь, или на вейкборде, или на вейксерфе. Так вот, сноуборд сезон я только открывала, последний раз я каталась в марте. И для организма это было непривычное такое действие. В общем, у меня сегодня крепатура, мои мышцы, похоже, налились водичкой, и у меня, чтобы вы думали, плюс 800 грамм. Я подозреваю, что вчерашнее, конечно, вечернее обжорство, нападение на Макдональдс, там был, я выпила кофе и выпила, и съела вот этот цезарь-ролл, но, правда, я его ела без соусов, так же, как я всегда ем шаурму, всегда говорю, не надо мне никаких соусов класть, поэтому все так. Я подозреваю, что оттуда прилипло какое-то количество веса на меня, но надеюсь, что оно сойдет быстренько. И такой момент. Я не кушала в Макдаке, наверное, уже, ну, пару месяцев точно. И что я почувствовала? Что где-то часа через три, то есть мы покушали, потом поехали кататься, и вот по возвращению обратно я почувствовала, что у меня болит желудок. Прям вот, ну, тяжесть в желудке какая-то, как будто что-то не то я съела. Ну, я так подозреваю, что это Макдональдс. Несмотря на то, что у меня не было прям вот каких-то там булок или какой-то прям супер вредной пищи. То есть у меня был цезарь-ролл, а там что, там лаваш, овощи и куриные наггетсы. И кофе с молоком. Молока я, правда, не пила, наверное, тоже недели полторы. Может быть, и на него среагировала, либо вот на этот, наггетс, чикен наггетс. Вот, поэтому странно было, в общем, наверное, не стоит все-таки есть Макдональдс, даже в такие редкие моменты. Так что вот так, прошли мои два дня, сейчас смонтирую видосик, выложу его и планирую затюленить, потому что завтра большой день, завтра я поеду к маме. И если я расхламляла ее гардероб зимний вместе с ней в прошлые выходные, мы разобрали то, что у нее, собственно, висит непосредственно в шкафу, то сегодня мы будем расхламлять вещи, которые лежат в коробках, и которые она, наверное, не использовала уже года два. Произошел у нас в квартире родительский потоп. И там попортилось достаточное количество вещей, обуви, и для ремонта все вещи сложили в коробку, и они стоят на балконе. В общем, мы пойдем все это разгребать, разбирать, наверняка избавляться от того, что не нужно. Ну,
посмотрим, как это все будет. Завтра, в общем, большой день, на целый день, прям с утра я к ней поеду, к 10 утра до 3 где-то мы будем все это дело разбирать, чтобы в 5 мне уже быть дома, собраться и вернуться, не вернуться, а поехать завтра к вечеру на вечернее катание тоже на сноубордах. Мы там собираемся бандой нашей регулярной и будем кататься. Так что я с вами прощаюсь. С вами была Анна Кафырина, бросающая курить, сидящая на диете, немножко сумасшедшая и порезавшая сегодня палец. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Снежочек. Хрум. Народу на трассе никого, потому что все стоят внизу в очереди. Открыт только этот самый длинный склон. Один подъемник. И так, в общем, съезжать комфортно. Вот в очереди минут, наверное, 10. Нет, наверное, минут 7 надо будет постоять. Ну, вот час мы стояли. Может быть, сейчас поднимемся, спустимся, придется еще дольше постоять. Там склон боковой, пылят. Тут интереснее поснимать, как народ раскладывается, валяется.